А нынешняя зима была очень жесткая тем, что морозы были, допустим, минус 40, да, но с ветром это хуже, чем минус 47, потому что это ужасно. Но и нынешняя зима была интересная такая. Месяц стоит мороз, потом раз, пришло лето, пришла плюсовая температура, снег пошел таять, крыши начали падать. И так 5 раз за зиму. Может быть, все, опять весна? Нет, зима.